да попитам нещо. Знаете ли, в България се буди много настроение, всякакви. Аз съм приятелна на ваши ученици. Направих си труда и да потърся негативна информация за вас. Те ми казаха, че няма неудобни въпроси. Разбрах, че в началото Руската църква имала доста негативно отношение към вас. Нека кажа сега как. Сега как ги приема Руското духовенство, най-общо казвам. Если истина появляется, ее либо признают, увидев, либо должны сами себе доказать, что это не истина, иначе будет беспокойство внутри. Истину видят зрячие, все остальные должны будут себе доказывать, что это не истина, всячески. Искать всевозможные факты, слухи, но через которые будет попытка доказать себе, что это неправда, это ложь. И так повелось, что с первых дней очень много стало складываться разных слухов. Чего-то похожего было много на Земле в начале 90-х годов. Много разных движений появлялось. Многие из этих движений привели к трагедиям. Поэтому страх, беспокойство, что это тоже может быть таким же опасным, оно естественно было в обществе. И, соответственно, очень много создавалось разных слухов, с которыми мне приходилось встречаться в течение этих 13 лет открытых встреч, которые веду. И, конечно же, я услышал все, что только может придумать фантазия человека. Как похожего на правду, так и совершенно не относящегося к правде. И увидел также, что в это легко верят все, даже очень ответственные люди в обществе, легко доверяются информации, которая непонятно откуда берется. Этим пользуются и в правительстве, этим пользуются и службы безопасности, где, сталкиваясь с этой информацией, можно только удивляться. Как такие авторитетные люди пользуются такими слухами. И даже те представители службы безопасности, кто непосредственно находится рядом с общиной, когда они в свою очередь сталкиваются с тем, что приходит из Москвы, удивляются, где они взяли такую информацию. Они, находясь рядом, не видят этого, знают, что все по-другому. Но это такая среда. И психологическая предрасположенность человека к осмыслению чего-то нового. Очень часто человек боится нового. Им кажется, что пусть будет плохое известное, а вдруг неизвестное сделает еще хуже. И они боятся этой информации. Поэтому, когда человек боится, он легко находит то, что подтверждает его страх. Отсюда очень много сложилось именно на волне слухов, негативной предрасположенности к восприятию того, что происходит в Сибири. Хотя с течением многих лет, уже многих лет, те, кто непосредственно соприкасается с происходящим, у них этой уже информации нет. У администрации Красноярского края вопросов нет. Они внимательно наблюдают. И даже рады, что в Красноярском крае происходит это событие. Что в Сибирь приезжают люди умные, грамотные. Так как больший процент приезжающих – это люди интеллигенции. Художники, ученые, бывшие представители руководства в военном ведомстве, правительстве, учителя. Этого очень много приезжающих. Поэтому они очень рады, что люди едут, и такие люди едут. Так как на сегодняшнее время очень много людей пытается уехать из Сибири в крупные города. А здесь единственный случай на всю Сибирь, когда активно приезжают люди. Конечно, они теперь видят, что это хорошо. Но чем дальше расстояние от
этого места, куда приезжают люди, ну, тем больше продолжают существовать слухи. И они пугают. Ну а церковь, естественно, в этой связи находится в еще более сложном состоянии. Либо она признает, но тогда все перестраивают все свои ведомства под приходящего учителя. Это исключено. Психология, построение церкви, она не позволяет это сделать. Либо тогда активно это должно опровергаться. Поэтому там выстроена вся система таким образом, когда всякий священник, который попытается даже общаться с стремлением понять, а вдруг это истина, он рискует быть сразу же уволен с работы. Поэтому из многих священников, с кем тайно приходилось встречаться к истинному событию, они признаются, что они не могут об этом говорить открыто. И они, как в древности Никодим приходил тайно, так и сейчас, но на этом уровне все и остается.